Всем здорово вообще. Всем привет. И мы нормально говорим с вами, Кираса и Брик, камень, кирпич, вот так вот, да. Камень, кирпич. Мы на самом хардкоре... Хардкоре... Короче, играем в МВ3. Да. Вторая миссия. Да. Первую вы можете увидеть по ссылке под видео, наш друг разместит ее. Да, да. Я размещу, не волнуйся. Видите, какой он, какой он добрый человек, он разместит ссылку. Да, там будут еще летсплеи, другие прохождения, то есть плейлисты. Да. Да, и если ты не подпишешься на мой канал, дорогой зритель, то твои яйца опухнут. Все, побежали. А это плохо? Ты бери того Вика, я МП5. Нахуй, я тоже МП5. Уничтожаем. Их уже нету. Нет, они все, есть. Я двоих вынес, два фрага. Еще один. Русские Иваны лезут, русские. Обрежевают, обрезают. Все, 5 минут. 5 минут. Спускаемся, побежали, все, гопаем да, фраги. Все. Не знаю, зачем тепловизор, у меня вообще. Спецназ четко работает. Погоди, у меня повышение, друг. Пошли, я работаю вот. по тем, кто сверху, погоди. А я снизу, уже двух, точнее, четырех. Погоди, работай. Я. Так, все. Ага, я одного вижу. Я твоих сверху еще уничтожил. Я такой... Все, выбил. Сверху всех. Ну, выход, давай. О, щит. Уничтожай, все. Американский спецназ. Русские Иваны. Давай, побежали. Ты первый, я за тебя отомщу. Да не, здесь как-то легче. А, сзади, я ложусь. Уничтожили. Наверху, там двое, смотри, наверху. Сверху. А, Иван. Еще внизу. Еще один Иван. Ай, мне кто-то в скайп написал что-то. Вот, я вижу одного. Ай, меня ранили. Тебя ранили, друг. Я держусь. Меня вообще... Блин, я не держусь. Так. О, я тут вижу кого-то, но я не могу... Русские Иваны. Около моего трупа двое. Так... И наверху еще один. Ты можешь отстреливаться. Я не могу, меня оглушили, что-то такое у меня... Отстреливайся, друг. У меня один. У меня нету ничего, я не могу отстреливаться. Я тебя даже не вижу, друг. Посмотри на радаре. Слева, справа от тебя. Радаре. Вот, теперь я еще налево к тебе. Иванов убираю. Давай. Погоди, еще минута есть. Вот это. Вот. Давай, вставай, друг. У нас три минуты. Спецназ работает четко. Давай, все. Мы подходим к реактору, давай. Радиэйшн. Все, вперед. Я туда не хочу, это какая-то ЧС уже. У меня вообще сейчас что-то. Иваны. А, меня сзади, сволочи. Я двух Иванов убил, пошли. Я пять. Где проход? Третьего Ивана. Где проход? Я заблудился. Вот там проход какой-то. Вон тут есть. Где? А, вот. Еще один Иван. Вот тут проход, вот давай. Я уже прошел. Ходи. Все, отключаю обратно. Все. Откуда? Где? Я не вижу никого. Все, отлично. Эвакуация. Давай, брат. Где? Что? Я вообще. Иван, я пошли. Let's go, go. Давай, уходим. Тебе Иван в спину полил, я его убил. Все, давай. Ой, сзади. Нет, никого нет сзади, все. Быстро. Я не знаю, куда я бегу, я просто куда-то бегу. Ко мне. Хорошо, я не в ту сторону побежал. Класс. Нужно было, нужно обратно к реактору. Вон, тут лестница есть. Тут вообще темно, никогда не видно. Все. Давай. Все, я выбежал. Быстро, давай, выходи. Я заблудился. Меня жмут. К выходу, блин. Где выход, а? Тут меня жмут, Иваны. Так, надо найти выход. Это так весело. А, меня вот, лестница. Меня убьют. Нет, это не лестница. Если вот. Меня убьют, в этом будешь виноват ты. А чё сразу это? Бля, куда бежать-то? Блин, меня в упор расстреливают просто. Ты там еще держишься? У меня тут так... Держусь, как? Давай быстрее. Думаешь, я знаю, где выход здесь?
Ну ёб твой, ты бездарен. Я нормальный человек, и все, бля. Нет, напишите, что он бездарен, пожалуйста. Я не такой. Он бездарен. Я еще хуже. Точно. Тут даже не сказано, куда бежать. Что-то... Блин, там написано, там отмечена метка выход. Нет, у меня не выход. У меня нету такого. Беги тогда ко мне, там лестница рядом. По ней поднимешься. Ко мне беги. Ты видишь, где мой ник? Нет. Я просто бегу. На дорогу посмотри. Я назад бегу просто. И все. Ты знаешь, сколько я Иванов убил? Вокруг меня стоит... Я уже тут, я вижу эту точку. Я, кажется, совсем назад прибежал. Тут лестница есть. Тут лестница, я могу по ней забраться. Ладно, сейчас так. Я тут, походу, всех Иванов без тебя убил. У меня так весело здесь. Не хочу ко мне. Ты мудила просто. Если меня убьют сейчас, я потому что бегу к точке. Так, вот я выход. Я бегу к точке, если... Нет, если меня... где выход? Останься там, где выход. Погоди, беги вот туда, в конец лодки, беги. Ой, блин, меня сзади стреляют. Помнишь, где я вентиль закручивал? Да, я тут вот. Беги прям туда, и там будет лестница, короче, там дым еще. Так, вот это здесь вот закрутил. Я тут. Вот, видишь, смотри, на меня ориентируйся. Так, я понял, пытаюсь. Дождите нас уже. Так, здесь закрытая дверь. Блин, вот люк. Вот люк. Я могу тебе даже туда гранату кинуть. А, вот тут есть проход. Нашел. Вылезай давай. Вот, ты, вы, ко мне, давай. Ну, так я ко уже... мне, вот оно. Вот, все, вот ты, у люка. Да, только тут нету люка. А, нет, вот есть люк. Точно. Охренеть. Я нашел выход, свет! Смотри, сколько я Иванов убил без тебя. О, привет, Иван. О, Федор. А, нет, это не Иван. А, Петя. Блин, погоди, включите. Было... Тепловизор. А не в дыме типа? Воу. Тепловизор включай. Он уже включен. Все, бежим. А чё, этих Иванов было впадло убивать, да? Да. А, это наши. А я туда был. По своей вертолету пилот. Отлично. Мы самая лучшая команда. Да. Мы самая лучшая команда, но не ты. Ладно, всем спасибо за просмотр. Спасибо, да, и всем пока. Да, и подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Кирасу и Брик.